Ну что же, добрый вечер, во-первых. Давайте я прежде всего представлю тех, кто перед вами, нас. Это публицист Андрей Архангельский, это филолог и тоже публицист Николай Плем, это поэт и главный редактор «Культуру» Мария Степанова, историк Ирина Щербакова и многолетний руководитель фонда «Бёля», который сейчас занимается проектом общественной дипломатии ЕС России, Йенс Зигерт. Вы знаете, мы, когда думали и обсуждали, как мы вот проведем этот вечер, мы решили, что мы не будем разговаривать ни о Бёле, ни о Копелеве, а будем разговаривать на самом деле о тех вещах, топиках, темах, которые, как ни странно, возможно, нас с этими людьми или с этими фигурами или с этим временем объединяют. В этом смысле я как раз, как сказать, прицеплюсь к тому, что вот сказала Нурия в самом начале, в таком дискуссионном смысле о том, что 70-е годы или 60-е годы – это какая-то далекая, непонятная, мифологизированная эпоха. Мне кажется, что то, о чем я хотел бы, чтобы мы сегодня все вместе поговорили, кстати, с вашим участием, вы можете встревать когда угодно и вступать в наш диалог, когда хотите – поднимайте только руку. И я думаю, что просто из-за того, что мы сейчас будем обсуждать, из этого будет понятно, просто из выбора этих тем, что эти темы на самом деле это главные темы более-менее для, ну, я бы сказал, не 60-х, а скорее 70-х. И это темы, которые всех нас, как мне кажется, интересуют и волнуют сейчас. Это то, чем мы на самом деле в буквальном смысле, в общественном смысле сейчас живем. Вот Ирина Щербакова говорила сейчас о этой самой силе слова, в которую верил Рогинский и которую, безусловно, верил Бёль. И он не просто в нее верил, а он на самом деле свою карьеру литератора, свою карьеру писателя инструментализировал. То есть он как бы сделал ее инструментом на самом деле общественным, общественного характера. Свою репутацию он поставил на службу задачам самого разного сорта от ну, как бы защиты, это сейчас может быть не точное слово, но во всяком случае правового участия в судьбе фракции Красной Армии, террористической группировки РАФ, до, вот я уже не согласен, до советских диссидентов и от буквально вьетнамских беженцев до латиноамериканских политических конфликтов. Это человек, который ощущал свою миссию, на самом деле, свою писательскую миссию, в том, чтобы политически участвовать в жизни. И, в частности, вот мы смотрели перед этим, кто был вот этот фильм Достоевского, для которого как бы, ну, как бы Бёль комментирует, что на самом деле главное, что определяет для Достоевского человека, это страдание. Вот на страдание как бы Бёль реагировал всегда очень остро. И вот мой первый вопрос, к которому я на самом деле, ну, призываю как бы подключиться всех, но, в общем, хочу его адресовать в первую очередь Маше Степановой, как коллеге Бёля по литературному делу. Меня интересует вопрос. Вот эта фигура писателя как морального авторитета, писателя как так называемой совести нации. Насколько эта фигура, как бы понятно, что она не выжила в ее прежних формах, но насколько вообще в принципе на нее есть запрос, и насколько у самой литературы, как она сейчас существует, как она себя ощущает, то есть, с одной стороны, есть ли общественный запрос на эту, как бы, на такой моральный авторитет, с другой стороны, есть ли у самой литературы или внутри литературы ресурсы для того, чтобы, если такой запрос существует, на него как-то соответствовать. У нас микрофоны... Ага, у тебя есть.
Интересно, что на самом деле я сейчас, пока сидела тут и смотрела на экран и слушала, и вечер начинался, я как раз думала о том, что вот эта сцена, да, или как это назвать, вот эта вот выкладка, да, она устроена каким-то очень символическим образом, потому что мы находимся, мы сидим и разговариваем в присутствии таких larger than life, да, огромных фигур, которые, ну, вот в каком-то смысле воплощают вот эту вот идею писателя как существа не только пишущего, писателя как не только литератора, писателя как существа этического и писателя как существа исторического. И, конечно, есть какой-то глубокий, ну, символический смысл, даже проще скажу, какая-то глубокая правда есть в том, что мы сегодня вспоминаем не только Бёрли, не только Копелева, но и Арсения Борисовича, потому что вот это ощущение уместности, самоштабности, какой-то такой правильной, необходимой крупности человеческой, и с которой уже прямо следует масштаб дела, которое удалось каждому из них сделать. Это очень важно, этого как-то не достает. А каким образом мы понимаем, что вот человек ушел, и это как-то совершенно непоправимо, не только потому, что есть какие-то личные человеческие, сентиментальные, самые разные связи, да, такие ниточки, которые нас всех связывают. Дело еще в том, что в общественном пространстве образовывается какая-то огромная пустота, какое-то зияние, ну, в которое начинает свистать ветер. Да? Нам всем становится сразу ужасно сиротливо, потому что это человек, это люди, на которых так или иначе сходится все. И они на самом деле для нас ведь воплощают не профессию и даже не собственное дело, да, хотя оно огромно. Они показывают нам, мне кажется, да, какое-то правильное место человека в истории. Когда, то есть, ну, так должен существовать человек исторический. И это может быть особенно важно, когда речь идет именно о 70-х и 80-х, ранних 80-х годах, потому что здесь, конечно, много рифм с тем, что происходит сейчас. Ну, в первую очередь, потому что, с одной стороны, это такое время безвременья, а с другой, именно в нем зарождаются и зреют люди, сюжеты, какие-то силовые линии, которые потом окажутся магистральными, да, в следующих десятилетиях. Но с 70-ми, это ведь удивительно, они были позавчера, да? То есть, ну, а для кого-то вчера. Я помню, ну, Московскую улицу 70-х годов, да, и газетные стенды на улицах, как запотевали окна там, не знаю, как замерзали. Это совсем недавно. При этом есть ощущение, что это время совершенно закупоренное, закапсулированное, что его невозможно не описать, не понять, не почувствовать, именно потому что оно слишком близко, оно недостаточно далеко. Единственный способ сделать его живым – обращаться к людям, которые, каждый из них, по-своему, это время в себе спрессовывает и соединяет. Да? Человек как концентрат времени. Кому-то это удается в большей степени, кому-то в меньшей. Вот когда я думаю о Бёрли, о Копелеве, о Рогинском, у меня есть ощущение, что вот это такие, что мы еще раз утратили и 70-е, и 80-е, и вот эта вот преемственность. Возникла пустота, в нее свищет. Это, как сказать, из этой безутешности на самом деле, мне кажется, есть только один выход, ну, не знаю, вывод, он невозможный, но он, тем не менее, есть, да, надо расти. Не потому, что есть какая-то надежда встать вровень с этими огромными фигурами, да, это не так, но если, ну, хотя бы встать немножко на цыпочки и постараться сделать чуть-чуть побольше, это, может, будет хорошо. Ты знаешь, но я все-таки вернусь к своему вопросу, если можно. Ну вот,
Как ты считаешь, как бы обществу сейчас в целом нужны, то есть ведь это же как бы, ведь это же процесс всегда как бы обоюдоострый, да, как бы это всегда процесс обоюдный. Возникновение таких фигур, оно же как бы, они же не вырастают просто как, ну то есть они вырастают как грибы после дождя, но этот дождь, это как бы и есть исторический запрос на них. Вот понятно, что как бы с 80-х годов по нулевые этого запроса, очевидно, не было, и этих фигур, очевидно, не было, но время очень сильно поменялось. Как тебе кажется, вот сейчас такой запрос появился на фигуры такого типа? Ты знаешь, мне кажется, он никуда не девался, просто проблема в том, что общество очень раздроблено. То есть, условно говоря, такой запрос существует в огромном количестве тусовок компании «Возрастная гроб социальных страт», просто каждый раз он фокусируется на какой-то совершенно другой фигуре. То, чего сейчас нету, это ну, то ли запрос, то ли усилие к поиску консенсусной фигуры. Вообще то, чего, по-моему, нет, это запросы на консенсус, запросы на согласие. Мы скорее с большим увлечением подчеркиваем и педалируем зоны различий, а территория консолидации, ну, кажется, совершенно утраченной. Ну, и это, по-моему, ну, проблема, и тоже это похоже, кстати, на 70-е чем-то. Николай, я знаю, что вы тоже думали, как бы, и писали про фигуру, ну, или вы как бы занимались, как бы, писали про Институт общественной репутации в России. Мне кажется, это связанные темы друг с другом напрямую. Как вам кажется? Как вот это знаменитое отсутствие общественной репутации, про которое было много сказано и написано, связано с тем, вот с этим существующим или несуществующим запросом на то, чтобы у нас снова был моральный авторитет, к которому мы все, безусловно, обращались, в который мы бы верили, который был бы для нас безусловным символом веры. Я вот весь вечер думаю о том, как чувствую, что они как-то связаны. Вот это вот сегодняшнее выступление Александра Архангельского, да, на президентском совете по культуре. И вот эта традиция, которая начинается здесь. А Архангельский же говорил сегодня о важности института поручительства, да, когда он говорит, что почему власть игнорирует, понятно, очень странные с точки зрения там, юридической приговора и так далее, но он сказал важную вещь. Есть институт поручительства. Да? Это ситуация, когда общественные авторитеты, да, люди с репутацией, каким-то образом ставят на карту эту свою репутацию. Да? Это что-то значит. Да, если в обществе, в принципе, есть какая-то система координат, да, это одна из таких систем координат, одна из таких координат, на которых держится система. Игнорировать это значит разрушать, ну, делать еще один шаг навстречу хаосу. И вот выстраивание этой этической системы координат, частью которой является система репутации, конечно, вот эти... Два человека, безусловно, приложили руку. Если можно, я скажу еще про... я вот пытался проговорить, что же такое 70-е. Здесь в зале есть, наверное, гораздо больше людей, которые гораздо лучше в этом понимают. Есть что сказать. Я для себя проговорил это как... 70-е как время, как всегда существовали одиночки, которые могли, осмеливались идти против государства, там, против системы, начиная с Сократа и так далее. Но похоже, что, может быть, это такой, вот такая гипотеза. 70-е – это время, когда это превращается в некоторую традицию и общественную реальность. А когда, ведь что мы видим на примере, вот, столкновение вот, ну, вообще истории Бёля и Копелева, да, когда писатель-гуманист и филолог-германист оказываются каким-то образом проблемой для целого государства. И одного перестают пускать в страну, другого выгоняют. То есть как,
все диссидентское движение может быть, это, которое в 70-е как раз оформляется, это серьезная заявка на то, что вот это пространство нравственно-этическое, да, пространство гуманитарное, а это пространство, которое смеет указать государству на его место. Кажется, вот такого... И это не одиночное именно явление, да, а это вот интеллигенция говорит государству, начинает говорить государству о границах, начинает этот разговор. И вот это очень интересно. И еще, мне кажется, важно, что насколько оказываются важны такие вещи сугубо человеческие, сугубо личностные, как дружба. Да? Ведь мы видим вот на примере этой дружбы, да, это же переписка, это памятник дружбы, в общем, если угодно. И мы знаем, как эти два человека, или две семьи, да, как эта дружба усилила их, сообщила каждому из них, то есть эти две семьи вместе оказались гораздо более серьезной такой сущностью и угрозой для авторитаризма советского, в общем, чем они были поодиночке. Это же вот интересный момент. Мы с другом недавно перевели еще одну переписку людей, там, английского писателя и итальянского монаха, которые никогда друг друга не видели, но которые дружили, эта дружба оказалась важным каким-то сюжетом в истории там, английской литературы, в частности. И когда мы говорили о дружбе как неком феномене, мы вспомнили интересную вещь. Цицерон в трактате о дружбе, который написан примерно накануне убийства Цезаря, то есть наступает авторитаризм, и он говорит о том, что дружба – это республика, невозможно без республика либера, да, свободное общее дело. Существует, когда оно опирается на внутренние негосударственные институты вроде дружбы. Это кузница солидарности, кузница этики и так далее. И, так далее. И укрепляются эти вещи, говорит Цицерон, в темные времена. Вот. Это тоже важный такой момент, мне кажется, про 70-е. Так они укрепляются в наши темные времена или нет? Мне хочется на самом деле, как бы, чтобы мы, как бы у нас, как сказать, вот даже вот эта вот самая фотография, о которой Маша говорила, да, как бы, она немножко задает нам, ну, как бы, немножко нас настраивает на такой мемориальный лад отчасти. Мне хочется, чтобы мы все-таки говорили про нас, потому что мы сами, а не где-то там 30 лет назад или 40 лет назад, переживаем похожие дилеммы, похожие конфликты, похожие испытания на самом деле, да, и вопрос заключается в том, как мы-то с ними, как бы, с этими испытаниями обращаемся, как мы с ними справляемся. Вот это вот прекрасное, то, что вы сейчас рассказали про Цицерона, и про это общее дело, про эти, как бы, маленькие человеческие союзы, которые на самом деле могут образовывать силу, противостоящую каким-то мощным вертикалям, да, вот эти вот маленькие горизонтальные образования. Но давайте как бы все-таки поговорим, а сегодня-то что? Да, времена, безусловно, темные для нас, во всяком случае, в России. Это как бы не подвергается сомнению. Мы живем в ситуации общественного гнета, в ситуации гибридного, авторитарного государства и так далее. Все мы это знаем. Мы-то как с этим всем живем и обращаемся? У нас создаются такие объединения, такие инстанции. Мы готовы к этим энергиям? Мы готовы принять на себя что-то в этом роде или нет?
И это, кстати, вопрос, Андрей, к тебе тоже, потому что в тексте, который я сегодня перечитал, опубликованном у нас на Кольте, под названием «Интеллигенция – это cool». И мне кажется, текстом очень уместным и вовремя написанным, потому что, я не знаю, обратили вы внимание или нет, но, наверное, обратили, что в нулевые годы вообще слово «интеллигенция» было абсолютно ругательным, как бы вообще безусловно ругательным, что оно вернулось, на самом деле, в десятые годы, как будто очищенным снова, освобожденным, как будто не пережившим вот этого как бы периода, так сказать, унижения в ее как бы изначальном виде, и ты, в частности, утверждаешь там, что провала культурного или культурного разрыва между интеллигенцией сегодняшнего дня, русской интеллигенцией, интеллигенцией 60-х или 70-х нет. Но вот давайте про это поговорим, есть он или нет, и как вообще с этим быть? Нет разрыва в каком-то общем движении к свободе, к освобождению. Что называется, родство душ, общее количество прочитанных книг, там люди, родившиеся в 90-е годы, скорее всего, застали на книжных полках то, что было прочитано родителями, ну а прежде и прочитано дедушками, бабушками. В России, к счастью, книги – единственная вещь, которая передается, так сказать, по наследству без последствий, если можно так выразиться. Но я хочу сказать вот о чем. Мне тоже очень интересен разговор о 70-х и о двух этих важных, безусловно, фигурах, о Копелеве и Бёле. Вот почему. Ты, Миша, говоришь об авторитете, о том, насколько он, существует ли он сегодня, возможен ли он. И мы как бы, вспомните, что лет 10 назад мы еще ждали этого авторитета. Например, был жив Солженицын. И вот сохранялась даже теоретически какая-то возможность, что он что-то скажет. Одно наличие присутствия там, этого человека уже меняло общественную атмосферу. Но, там, к сожалению, он ушел. И вот, в общем-то, после него это место свободно. Оно свободно до сих пор, этого авторитета нет. И, в общем-то, можно сослаться на то, что времена изменились, и таким, может быть, коллективным моральным авторитетом является теперь социальная сеть, ну, там, Facebook, да? Или еще какой-нибудь бук. Но это все риторические фигуры. Я просто вот о чем хотел сказать, о кардинальной разнице между сегодняшним временем и 70-ми, потому что ну, какие-то общие вещи понятно, да, тоже как-то угнетающий такой дух, косность, риторика, вот эта изматывающая казенка, вот эта вот, которую Сорокин потом использовал, Владимир Сорокин в качестве метода, изматывающая казенка языковая и мозговая, которая вот тебя вдавливает в это пространство. В общем-то, схожие вещи, они бросаются в глаза, это несложно заметить. Но я как раз хотел бы поговорить о том, кардинальном различии между нашим временем и тем. Потому что мы как бы, вот Маша прекрасно говорила об этих людях, которые с нами соприсутствуют, как сказал бы философ, все время этой беседы. И мы можем дотянуться до них рукой, но в то же время они как-то несоизмеримо далеки. Нам не хватает какого-то маленького зазора, какого-то маленького шага для того, чтобы, допустим, с ними слиться во что-то одно, в единое поле. И вот вопрос, почему мы не можем этого сделать? Мы же чувствуем, что что-то какое-то, есть еще какой-то серьезный разрыв между этим временем. Я, подумав, вот пришел к какому выводу. Известный американский социолог Сэмюэль Хантингтон, который написал известную книгу «Конфликт цивилизаций». У него там есть момент один в этой книге. Он пишет, что парадокс заключается в том, что советским вождям и американским, то есть тем, кто представлял советский строй, и тем, кто представлял капитализм, да, социализм и капитализм, как ни странно, им они могли договориться о чем-то, прийти к какому-то соглашению, потому что и та, и другая система представляла собой... Речь шла об одних и тех же ценностях. Ну, то есть вот свобода, там, личность,
справедливость, да, важный концепт. Так или иначе, и та, и другая идеология строилась вокруг ценностей. Сегодня, пишет Хантингтон, имея в виду конец 90-х и там начало 2000-х, сегодня, как это ни парадоксально, договориться гораздо сложнее, потому что этих универсалей уже не осталось. Вот кардинальная разница между тем и этим временем, несмотря на то, что там мы имеем дело там, с тоталитарным режимом, тем не менее, существовали универсалии. И вот именно благодаря тому, что всякая личность и всякое побуждение, и всякое общественное желание можно было свести к универсальным понятиям, это делало взаимообратимыми и контакты между людьми, как мы видим, и, как ни странно, рефлексию тоже. Вот еще одна поразительная вещь, просто отниму у вас буквально лишнюю одну минуту времени. Я люблю читать военные мемуары советские. Ну, понятно, что как бы веры им нет. Ну, такая что-то вроде детской страсти. Да? Вот, люблю их читать. Понятно, что это написано там под диктовку. Понятно, что это прошло молох цензуры. Ну, вот я беру книжку обычного, там, как говорится, обычного советского генерала. Это вышло в 70-е годы. Тьма этих книг. Да? И вот в конце он пишет о своем враге, о там, каком-то полковнике, который в конце войны, 30 апреля, решил не защищать там, какой-то маленький немецкий городок, он был комендантом, а вот его сдал. Ну, то есть открыл ворота и, значит, прекратил сопротивление. И наш генерал пишет с огромным уважением о своем враге, об этом немецком полковнике. И он не может остановиться, он целую главу ему посвящает. Вот сегодня представить даже такое отношение к врагу, вспомним там известную историю с мальчиком из Уренгоя, со школьником Николаем Десятниченко, который позволяет себе проявить снисходительность к нашим врагам. Да? Вот что такое действие универсалей, когда даже люди, ведущие войну, они все-таки соблюдают некую конвенцию. Все-таки речь идет о каких-то общих вещах. Копелев и Копелев воевал, то есть чуть ли не эти люди чуть ли не друг на друга смотрели сквозь бойницы, там, смотрели в окопах в противоположных. Да? Но тем не менее, именно вот эта совместная посттравматическая рефлексия, поствоенная рефлексия, а ведь война – это травма для всех, и для победителей, и для побежденных, это парадоксальным образом их объединяло. И вот этот мощный толчок в 70-е годы, раз уж тут повелось так говорить о 70-х, я тоже под конец скажу, что такое 70-е? Они совершенно недооценены, но ведь у нас в мире это рефлексия поствоенная, это именно формулировка поствоенный травматический синдром, это вот появление формулировки «работать с травмой». 68-й, 70-й год – это время, когда, допустим, в нацистской Германии, только в бывшей, уже постнацистской Германии, только-только выросло поколение, которое в действительности стало рефлексировать, стало задумываться и искренне раздумывать над тем, что с ними случилось. Ведь это начало денацификация, начала жить, действовать не сразу, а вот именно спустя 20 лет. Ну а плюс это там вплоть до того, что это и Битлз, это и Вьетнам, это и Прага, это наши танки идут, заходят в Прагу. Ну то есть на самом деле это фантастический переворот в умах. И вот здесь были заложен тот фундамент этический и эстетический, который протянулся где-то до 2000-х. Вот почему этот момент очень важен. И он у нас, вот как ни странно, он у нас совершенно не знаком. Действительно, как в капсуле. Да, простите, что так длинно. Ирина, вы хотели что-то сказать? Я скажу очень просто коротко, немножко мне хочется вернуть к вашему вопросу и продолжить то, о чем говорил Маша и Андрей. Вот и мы тут, мне кажется, ходили вокруг да около, кто производит эти ценности и смыслы. Они где и где люди ищут. Мы даже говорим, где их они находят. В 60-е, 70-е, да и раньше не было в России по-настоящему истории.
не было философии, она была загнана так, так за такой мажай, что работать было, значит, очень трудно. Историкам невозможно, потому что как даже к историкам, даже, так сказать, к документам 19 века пробиться было трудно. Значит, с чем работать? Где эти смыслы производить? Их производило. И это, по-видимому, такая... Это, кстати, не только у нас было этого, почти, между прочим, в очень многих странах вот нашего соцлагеря. Это была литература. Это была культура. И вы меня извините, простите, я прекрасно понимаю, что культура очень широкое понятие, и я говорю сейчас в достаточно узком смысле. Это была литература, это была культура. Что с нами произошло? И этим жили. И этим жили те, кто над нами сейчас вот изображен. Этим жил Арсений Рогинский. И, кстати, особенно соединяя вот это вот слово, отношение к слову и отношение к историческому факту, вот, так сказать, соединив в себе историка и филолога, я считаю, что это совершенно не случайно. И где это теперь? В каком месте это искать? В политике у людей недаром. Все вот мы говорили сейчас о дружбе. Коля совершенно правильно говорил. Это пафос, так сказать, был этого поколения. Так пытался, между прочим, Рогинский мемориал создавать. И поэтому часто говорят, это старомодное место, это ужасно старомодное место, но он объединяет, он соединяет там друзей. Значит, но я-то считаю, что и это, в этом была сермяжная правда, но это помогло выжить в какой-то момент и даже, так сказать, включить, не знаю, наших детей туда потом, в этот процесс. Это я говорю совершенно откровенно, наших детей включить в этот процесс. Это совсем не всюду удалось. Я не уверен, что это удалось физикам, например, или где-то, может быть, но не так. В политике все время мы видим разрывы. Сеть абсолютно, это все равно, как сказать, воздух. Значит, поэтому в этом, тут мы топчемся. Кто у нас будет это производить? Потому что, может быть, мы снова вернемся к этому слову. Может быть, ведь это было главное, слово и просвещение. И это, в этом была надежда. Простите, что я говорю такие банальные вещи. Вот в просвещении, вот мы людям скажем, вот они в литературе прочтут, вот они в мемуаре эту одну какую-нибудь там строчку, там Жуков пишет, там вранье, не знаю какое, но все-таки люди, а вот может быть, вот тут какие-то факты мы найдем, вот тут мы просветимся. Вот тут была надежда, и с этой надеждой жили. И казалось, что она... И вот наши сейчас, вот, это, вот эти наши поиски, это вот поиски вот, это, вот, вот этого места. Вот простите, что я тут выхватила. Да, точно. Это магнитар. Буквально на секундочку. Вот, да, пожалуйста. Ага. Приветствую всех. Я Константин Эгерт, телеканал «Дождь». Знаете, я бы хотел немножко вот эту дискуссию такую благостную чаепитие, это немножко обострить. Спасибо. И обратиться к вам, как к модератору. Вот вы задаете сегодня вопрос, вот, ну, а где моральные авторитеты? А где новый Бёль, а где там новый условный Гавел, Сахаров, подставляете дальше, Нельсон Мандела? А я задам вот странный вопрос. А он нужен? Так вот мой вопрос. А зачем он нужен? Вот как бы люди не могут решить, что такое хорошо, что такое плохо, без того, чтобы им сказал об этом условный Гавел. А все дело в том, что на самом деле Гавела, если нет, то его и нет. Не надо ждать, что он появится, он не производится. Вот у нас от нас король Михай недавно ушел. Вот производство, закончилось производство определенного типа людей. Вот конвейер этот остановился навсегда. Это как свежесть осетрины. Если у вас Гавела нет, вы его не родите. Поэтому придется жить без Гавела. Потому что такого Гавела сейчас нет. Вот каждый полгода возникает, вот у нас там новый, ну, условный, там, Денис Карагодин. Где, кто это припомнит? Кто такой Карагодин? Не помню. Значит, не нужно. Не нужно это по понятным причинам, на мой взгляд. Вот тут отчасти из них сказал прекрасно Андрей. Ну, посмотрите, да, вот там были танки в 68-м году, кто-то переживал. А сегодня, вот, так сказать, танки тоже проехались много где, ничего. И значительная часть людей, которые в 11-м году выходили на площадь, говорят, ну, правильно, это же справедливо. Не честно, там, не по-правовому, но справедливо. Я думаю, что на самом деле готовиться надо к, и мое понимание личное, опять же, никому не навязывает точку зрения, понимать надо одно. Великая антикоммунистическая революция 89-91 года выполнила свои задачи только отчасти. Она создала общество потребления. И это очень хорошо, потому что люди учатся в рамках этого общества выбирать между там, стиральными машинами, книжками, сексуальными партнерами и так далее. Прекрасно.
Но чтобы оно научилось еще из этого выбора делать какие-то деньги, прошу прощения, какие-то выводы, да. Деньги оно уже делает. Я прошу прощения, оговорка по Фрейду, я согласен. Это уж точно. Но можно лучше, я согласен. Деньги можно делать лучше. Для этого потребуется довольно много времени. Потому что Россия, вот Джеффри Хоскинг прекрасно тем сказал, нету такой страны, которая параллельно проходила бы три трансформации. Переход от, ну, условно говоря, тоталитарного режима к демократии, от командной экономики к рыночной и от империи к государству гражданской нации. Но это не будет быстро, и моральные авторитеты на этом пути появятся не скоро. Поэтому надо забыть разговоры про появление завтра Гавела, который решится не решить. Даже если 10 Гавелов появится, не решит он эти проблемы. Что же касается, одно еще только добавлю еще. Что же касается перспектив ближайших, на мой личный, опять же, взгляд. Вот посмотрим на, скажем, то движение, которое является успешным. Вот, так сказать, там Навальный, все эти протесты против коррупции и так далее. Я был на достаточном количестве оппозиционных конференций разных, круглых столов и так далее, и там постоянно звучит одна фраза. Мы не говорим про Крым, мы не говорим про Крым, мы не говорим про Сталина. Нашей аудитории это не интересно. Не интересны социальные лифты, как воруют там XYZ-ович, ну, на каждом уровне свой, естественно. И что со всем этим делать? И вы волнуете их экономик. Это, конечно, в долгосрочной перспективе ошибка, потому что человек – существо намного более сложное. Но сегодня политический момент будет такой, что и в ближайшее время востребованы будут те, кто вот пойдет с уточками, так сказать, и с кроссовками свергать условного их Игоря Ивановича. И только потом, может быть, этим людям удастся что-то объяснить про то, что на самом деле все равно важен Сталин и так далее, важна вся эта гуманитарщина наша и так далее и тому подобное. Сейчас, в ближайшее время, я абсолютно уверен, этого момента не будет. И не будет еще в том числе потому, что обществу, я понимаю, что я в фонде Бёрля, конечно, нахожусь, но я человек не очень левых взглядов, спасибо, что позвали. А общество, которое безответственно, оно все почти безответственно, оно не умеет нести ответственность за себя. Невозможно там никаких, не может там никаких быть моральных авторитетов. Там только воспитатели в детском саду могут быть. А моральные авторитеты рождаются у свободных, независимых, уважающих себя прежде всего, людей. Пока этого не будет, не ждите Гавелов. А потом они появятся сами, вы не успеете, они с пивных кружек начнут выскакивать, эти Гавелы. Вы такие, как покемонов будем ловить. Но время не пришло. Я просто обращу внимание, спасибо большое. Сейчас, секунду. Прошу. Сейчас еще вот Йенс. Сейчас, секунду. Я просто хочу сказать, что, однако же, в политической сфере, например, появились консолидирующие фигуры, как раз типа Навального. Да, и такие же консолидирующие фигуры появились в европейской, американской политике. И таких фигур не было. То есть, если как бы в общественной сфере они не образуются, в политической они уже образовались. Значит, есть запрос на фигуры, которые консолидируют интересы, да? Вы, по-моему, да. Угу. Моя фамилия Рудницкий, я немножко занимался Бёрлем, переводил его книги, писал о нем. И хотя посыл ваш мне понятен, и он как бы даже немножко соответствует сегодняшнему отношению к Бёрлю. Давайте не будем говорить о Бёрле, давайте поговорим о чем-то другом. Я хочу немножко поговорить о Бёрле, но в привязке к тому, о чем здесь говорили. Понимаете, в чем дело? Вот первое, что меня насторожило и как-то царапнуло, это то, что сам Бёрль от титула морального авторитета, от звания совести нации открещивался всеми силами и неоднократно публично в публицистике своей. Он говорил, возражал он на это очень просто. Совесть нации, это нам всем сейчас вы будете смеяться, это нам всем неплохо бы запомнить. Совесть нации – это ее парламент и ее конституция. Ну, вот с конституцией у нас пока еще более или менее неплохо, а с парламентом сами знаете как. Очень многое из того, что говорил Константин Эггерт, я поддерживаю. Искусственных авторитетов, моральных авторитетов искусственно, ну, их нельзя произвести. Понимаете, ну, в то же время Бёрль, как моральный авторитет, возник в обществе абсолютно раздавленном, абсолютно утратившим все ценностные ориентиры. И очень долгое время он
в этой ничейной земле, в этой нулевой действительности взрастал, ну, не один, правда, со многими другими писателями группы 47, но не думая о том, что он будет моральным авторитетом, он думал о другом, и об этом говорят его книги. И я удивился, что мой друг Саша Левергант сказал, что после перестройки Бёли переводили много и быстро, и не очень даже хорошо. Мне кажется, что Бёля много и быстро переводили в 50-е, когда его начали печатать, в 60-е. Его исправно переводили книга за книгой. Не всегда, действительно, на мой взгляд, хорошо, но переводили. А после перестройки допечатывали и допереводили то, что было запрещено, то, что не пропускал наша цензура после, как раз в 70-е. Так вот, каждая книга Бёля, каждая большая, каждая серьезная книга Бёля – это на самом деле художественное воссоздание пути к свободе. Это путь от несвободы в свободу. Это то, как человек вырастает из абсолютной детерминированности, из давления, из загнанности, из пошлости, из власти мыслительного штампа, из власти условностей и сковывающих догм, в том числе и религиозных. Для него это важно, потому что он католический писатель, не будем забывать. Как он прорывается к чему-то другому. Это одна из причин, почему его книги у нас в 50-е и в 60-е годы на безрыбье, потому что у нас не было такой литературы, так читались. И, уверяю вас, они будут, чем дальше все будет у нас идти так, как оно сейчас идет, тем больше они будут читаться. И то, что сейчас он снова издается, это симптом, очень благоприятный для Бёля и не очень благоприятный для всех нас. Я хочу добавить, что издательство «Истан», например, выпускает сейчас роман, снова переиздает роман «Под конвоем заботы» в переводе вашего покорного слуги. И я думаю, что это не единственное переиздание Бёля, потому что запрос будет на него обязательно. Вот и все. А потом, может быть... И, кстати, между прочим, еще последнее только скажу. Бёлю замечательно проговорил о том, что литература в 50-е, в 60-е, в 70-е заместила собой очень многое в общественной жизни, чего у нас не было. Но и в самой нашей литературе много чего не было, что она черпала у Бёля, например, тоже. У Бёля учились правдиво писать о войне, сами не умели, боялись. У Бёля учились через быт показывать, как человек приходит к свободе, через бытовые никчемные такие незначительные детали, показывать, что важна первая утренняя сигарета, а не заголовки в газетах. Все, извините, волнуюсь. Спасибо большое, спасибо. Йенс, ты, по-моему, первый хотел что-то сказать. Да. Это на самом деле хотел что-то сказать, когда Костя говорил. Потому что, во-первых, не совсем ясно, с кем ты полемизируешь. По-моему, да, по-моему, это вот я, по крайней мере, не слышал из того, что было сказано вот тут внизу, что-то, что вот кто-то из нас с тобой не согласен. Хотя сразу оговорюсь. Со мной вообще-то. Да, что я требую... С тобой. Да, что я требую моральных авторитетов, которые не могут... Нет, это же нормально. Это хороший ведущий, он должен всегда вот что-то вот спрашивать, что требует потом, чтобы мы против этого возражали. Да? Вот. Но то, что против, даже не против, с чем я не совсем согласен, вот с тем, что ты сказал, это вот то, что, скажем так, нет Гавлов и не будут. Ближайшее время. И я думаю, что есть, просто в другом, как бы сказать, виде. Например, вот тут в России есть такой Гавел, называется это «Мемориал». Не такой вот такой всеобщий, да, не для всей страны и для всей вопросы, но для довольно важной части вопросов, то, что
говорит мемориал, немножко формализованные, там правление принимает решение о том, что выпускать вот заявления. Но эти заявления, они именно в этом смысле, в этом гавельском смысле, они очень важны. Они сформулируют определенную моральную и в том числе и политическую позицию, которая разделяет, наверное, в масштабе всей страны не очень много, ну и не очень мало людей. И вот именно эта функция, это вот та важная функция, которую, по-моему, выполняют и выполнили такие люди, как Гавель, как Кополев, как Бёль, и на самом деле и Мемориал, и не в последней очереди в Мемориале, а Арсений Рогинский. Ну, в первую очередь, хорошо, давай. Ну, хотел бы быть скромным, но на самом деле в первую очередь Арсений Рогинский. Сформулировать то, вот, на что вот, некоторые, как бы сказать, группа людей может согласиться и ориентироваться, и озвучить это, и сделать это публичным, да? И не бояться сделать это публичным. Это тоже вот у всех этих людей. Это важно. У людей, живущих там в Советском Союзе, важнее, у людей сегодня, живущих в России, важнее, может быть, чем у Бёля, который жил на сильно больше свободной стране. Но все-таки там проблемы с этим тоже были. Я не знаю, насколько людей в курсе. Вот то, что там, где я не был согласен с тем, что Миша начинал, когда он говорил о его, когда он защищал каким-то образом вот эти немецкие террористы, РАФ, фракции Красной Армии, была на самом деле большая трава на него, самые влиятельные и самые мощные концерн СМИ, Шпрингер, самые тиражированные газеты, вот Bild-Zeitung, вот просто вот травили его, и, при том, что не только его, и его семьи, и тоже это было на самом деле нужно определенное, как бы сказать, мужество это делать. Но именно это мужество нужно для того, чтобы сформулировать такую позицию, чтобы мы могли согласиться с чем-то или не согласиться с чем-то. Критиковать, вообще вести разговор. Да? И еще раз, вот, мне кажется, вот, например, Мемориал, но я и думаю, и другие, и скорее всего даже не столько отдельные люди, а скорее всего отдельные группы. Вот. То, что вот сегодня называется гражданские организации или гражданское общество, выполняют такую функцию. Кстати, не только тут. Это такая тенденция, которую я бы видел на Западе тоже. Это не тенденция безоблачная. Там есть и проблемы, и вопросы, потому что в некоторых областях вот эти группы организаций будут настолько, как бы сказать, мощные, что они опять, у них искушение будет опять, скажем так, затмить дискуссии и своего рода, со своей точки, или они уже, как бы сказать, свободу немножко ограничивают. Но на самом деле это существует, и это очень хорошо. Андрей. Прекрасная мысль. Действительно, странно, она прекрасна и проста. Вообще наличие морального авторитета, того, что мы имеем в виду в прошлом веке, это в своем роде, но тоже авторитарная фигура. Да? И на замену ей в наше время, во время постмодерна, действительно приходит институт. Вместо морального авторитета ему на смену приходит какой-то институт или какая-то институция, выражаясь точнее. То есть вот мы видим, как люди, объединяясь, преследуя одну и ту же цель, как, собственно говоря, как и открытия в науке сейчас совершаются чаще, гораздо чаще коллективами, чем одним человеком. Точно так же и, собственно говоря, моральным авторитетом является сейчас
институция, и мемориал, и какие-то еще там организации, которых в России достаточно много. Поэтому, в общем-то, можно согласиться с тем, что они есть. И не стоит требовать фигуры, некой фигуры, похожей там, или напоминающей предыдущих моральных авторитетов. Вот. Ну, ясно. Да? Угу. Да. Ага. Да, еще я еще хотел сказать одну вещь. Вот, собственно, эти люди, о которых мы сегодня вспоминаем, о которых мы говорим, в них была одна вещь, которая совершенно не присутствует в современных людях, претендующих на моральную авторитетность. Это способность испытывать чувство вины. То есть вот что такое совесть? Это обращенность, прежде всего, к самому себе. Да? То есть это спрашивать в первую очередь себя. У нас есть люди, которые прекрасно говорят, хорошо образованы, в общем-то, написали, поставили или придумали нечто выдающееся даже с художественной точки зрения, но в них совершенно отсутствует вот этот ген обращенности на себя, на собственные грехи. И, ну, допустим, и Бёль, и Копелев, их биография, их этика во многом строится и вообще отталкивается, фундаментируется, если можно так сказать, фундаментируется на чувстве вины, которое они испытывают за те жертвы, которые они видели, они наблюдали, виной чему был этот век. Ну и они сами тоже, допустим, в силу необходимости на войне. Да? Но даже если это в силу необходимости, даже если это на войне, это не мешает испытывать тебе угрызение совести. Вот что такое моральный авторитет. Это тот, кто прежде всего предъявляет претензии к себе. Это то, с чем я не могу смириться, то, что я не могу пережить в собственной судьбе, и это определяет всю мою дальнейшую жизнь. И это, в общем-то, Абёли в первую очередь. Да? Это поствоенное поколение писателей. То, с чем я никогда не смогу смириться, это определяет всю мою последующую жизнь, и я как бы прошу этим самым прощения. Я как бы этим пытаюсь искупить свою вину за то, что это было сделано, в том числе и моими руками. Вот необходимая вещь для морального авторитета, а не то, что он пророчествует, так сказать, и делится с нами истиной, которая его окрыляет. Ага. Ой. Так. Можно одно предложение, потому что я одну мысль начинал и не сказал. Это насчет террористов. Бёль никогда не защищал террористов. Он однозначно сказал, что самое страшное, самое главное – это насилие. Вот то, что против чего он выступал, это когда вот и с этими людьми тогда западное германское государство обратилось не по-человечески. И тем более не обратилось по-человечески со всеми людьми, которые попали под подозрение поддерживать вот этих террористов. Ну, не по-человечески, а не без, вне в рамках правовой системы. Да, не то есть в рамках, о человечестве. Ну, да, это, вне, да, как бы. Угу. Да, Маша. Угу. Ну вот я сейчас, Мишка, тебе на радость сейчас буду немножко спорить, не спорить, оживляю тем самым дискуссию. Смотрите, что у нас получается. По ходу того, как мы описываем вот эту отсутствующую или не вполне отсутствующую фигуру морального авторитета, мне все больше кажется, что тут надо договориться о терминах. Потому что пока вот по нашему общему описанию моральный авторитет – это какой-то такой очень хороший человек, очень хороший, очень умный и признанный таковым в границах своей референтной группы. И тогда у нас дофига моральных авторитетов. У каждой референтной группы свой. У кого-то это Захар Прилепин, а у кого-то это не Захар Прилепин. Да, тут есть некоторая проблема. Для меня моральный авторитет это вообще не качество, не свойство, не персоналия, а функция. И функция его в том, чтобы служить медиатором, посредником. Моральный человек – это человек, который находится в точке между жертвами и государством, между жертвами и насилием, между, условно говоря, своей референтной группой и теми, кто не принимает ее в расчет. И
он при этом, в силу других своих прекрасных качеств, о которых мы здесь уже успели поговорить, он достаточно заметен, чтобы внешняя инстанция считала его собеседником, противником, может быть, врагом, но принимала его в расчет и действовала, исходя из существования этого человека, его реакции, его протеста. И в этом смысле, мне кажется, наша ситуация, вот эта вот гибридная и так далее, совершенно уникальна. У нас не появляются гавелы, может быть, не потому, что недостаточное количество умных, хороших и отчаянно смелых людей. Вот только что мы наблюдали Александра Архангельского, да, который сделал очень отважную вещь. Вот это только что, несколько часов назад. Проблема в другом. Устройство нынешней власти таково, что она может себе позволить существовать так, как будто общество не существует. Существовать в полном неведении, в полном незамечании, да, то есть существовать, вытеснив общество на периферию собственного сознания. И вот это, мне кажется, наша главная проблема. Потому что для того, чтобы... Бродский, уезжая, пишет письмо Брежневу, он совершенно уверен, что его прочтут, и его читают. Солженицын находится в каком-то напряженном диалоге с советской властью. Да? Сахаров, да кто угодно. Нет, здесь можно... Тут можно даже не перечислять, потому что это действительно определенный функционал и определенная уверенность в том, что твой голос будет услышан. Ты можешь за это поплатиться, но тебя заметят. Да? Вся история... весь сюжет, да, советская власть там versus интеллигенция, он на самом деле про это. Тебя видят и каким-то образом реагируют. Нынешняя ситуация исключает любого рода диалог. И вот здесь у меня просто возникает вопрос, может быть, мы, не знаю, не там ищем, может быть, инициатор этого нового диалога должен рекрутироваться откуда-то еще. Может быть, просто надо искать где-то не там. У меня нет ответа, да, но вопрос есть. Ну, просто в качестве комментария, понимаешь, всех этих людей слышали, потому что их принимали, потому что они были силой. Понимаешь? То есть и сейчас, когда ты говоришь, что власть не обращает внимания на общество, это не так. Просто власть не обращает внимания на тот сегмент общества, который мы представляем здесь, сидящий в зале. Но вообще-то общество – это вся страна. И власть, в том смысле, в котором Маша говорит, в том смысле, что как бы что это не производит вот этих немедленных. Хотя, с другой стороны, на самом деле, конечно, все эти репрессии, они на самом деле подтверждают, что вообще-то это тоже сила и опасность. С другой стороны. Но просто в поправку, как бы, да, у нас есть эти знаменитые 85%, которыми власть занимается прекраснейшим образом и очень внимательно, и очень тонко на самом деле занимается. Да, Николай. В развитии того, что было сказано, мне очень нравится сюжет, вот какой. Я прочел в интервью Рене Бёля, которое вот Нурия брала, о том, что фонд, оказывается, помогал аргентинским матерям и бабушкам площади Мая. Это такая очень красивая связка, потому что да, о том, как... Вот измерение личностное, гуманитарное, этическое, его влияние на самом деле растет на глазах очень серьезно. А что дружба Бёля и Копелева вырастает, и деятельность Бёля вырастает в частности в такой институт, как мемориал в России, которому помогает фонд Бёля, да, в значительной степени, отчасти благодаря фонду Бёля, мемориал жив и делает то, что он делает. Это то, что когда-то просто было вот дружбой двух людей. И в аргентинский пример с этими матерями, да, это уникальный пример, когда движение, которое начинали несколько человек буквально, у которых не было ничего против огромной государственной машины, фактически привели к краху аргентинской хунты.
И мы на самом деле живем в мире, в котором уже известно, что там права человека, общество и так далее настолько сильны, что могут поднимать руки на авторитарные режимы. Просто авторитарные режимы это тоже делают из этого выводы. И то, что все это завинчивание гаек – это непропорциональный ответ на 11-12 год, что, в общем, довольно-таки известно, да, мы как раз видим, это не… Нельзя сказать, что эта власть, наоборот, она очень серьезно относится, да, вот. А просто и мы находимся в результате довольно долгого пути, когда право человека и вот это все гражданское чувствует свою силу, и когда… Александр Архангельский, который превращается у нас уже в сказочного героя, он говорит, опираясь за ним, есть вот это там, правозащитное сообщество, да, оно невидимо присутствует. И весь Facebook там, и так далее, и так далее. Но и государство тоже живет в ситуации, когда оно знает, с чем оно имеет дело, и все строимое, выстраиваемое в последние годы вот эта постмодернистская ситуация, когда как будто бы этого нет и так далее, тоже многократно описано. Это, то есть государство тоже учится, авторитаризмы тоже учатся, но мы ситуация динамическая, и мы, и они ушли далеко вперед. Вы знаете, я хотел бы сейчас вбросить еще один вопрос для общего обсуждения, который не касается напрямую или касается, то есть касается, но не только русской, как бы окружающей нас, нашей действительности, в широком смысле слова того, что сейчас происходит вообще, не боюсь этого слова сказать, не боюсь этого слова как бы в мире, а именно мы присутствуем сейчас при явном этическом буме, который выражается в разных формах. Например, скажем, дискуссии вокруг расы, гендера, сексуальной морали, отношений к миграции. Это все дискуссии, окрашенные сильным этическим напряжением, сильным этическим посылом. Это не сугубо российское явление. Оно носит абсолютно общий характер. Мой вопрос ко всем присутствующим заключается в том, почему вдруг этика в середине десятых годов так рванула? Почему она к нам пришла? Пожалуйста, Алексей, да? Спасибо. Я тогда коротко отвечу на ваш этот вопрос, а потом хочу сказать несколько слов по поводу дискуссии. Я беру на себя ответственность только говорить о российском обществе, поскольку я работаю в Левада-центре. Меня зовут Алексей Левинсон, я работаю в Левада-центре, и, в общем, мы знаем, мне кажется, довольно много о том, как живет большинство россиян. Мы как раз очень мало знаем о таких сообществах, которые собрались здесь, то есть я о нем знаю так же, как каждый из вас, а вот о там 100 миллионах взрослых людей в стране мы, в общем, что-то знаем. И я могу сказать, что к величайшему моему там сожалению и стыду отношение в России, скажем, к мигрантам, то, которое я назвал бы просто отвратительным, расистским, исключающим и так далее, оно абсолютно лишено морального измерения. То есть никто не думает, что вот так относиться – это нехорошо. Вернее, так говорят. Я вообще-то не расист, но знаете, когда я вижу, когда их столько собралось, вот тогда я вот тут я уже не могу. Человек, наоборот, отключает возможность морального суждения о себе в этот момент. И это массовый характер. Почему? Это другой вопрос. Поэтому насчет того, что у нас, так сказать, с моралью, в общем, короче говоря, довольно паршиво. Вот. Теперь я хотел бы сказать о Копелеве как моральном авторитете. О том, что он моральный авторитет для сидящих здесь, это разумеется так. Я помню времена, когда имя Копелева как-то звучало, когда появилось слово «диссиденты» и так далее. Да, тоже был определенный круг людей, для которых
И он, и не только он, там было совсем не слава богу, но было довольно много людей, которые, на которых равнялись и так далее. Но если посмотреть, как относились к Копелеву в Отечестве и как, где он стал моральным авторитетом? Он стал моральным авторитетом в Германии. Я видел, как на улице люди подходили к нему, говорили: «Герр Копелев, там, позвольте вам выразить свое почтение». В Москве этого не было. В Москве за ним топтуны ходили, а больше никто. Вот. Может быть, после... Вот, ну, тогда, когда, в общем, здесь издали его книги, и они были прочтены, вот эти книги, не он, а эти книги, они что-то смогли сделать в обществе. И что касается рождения, возможного рождения моральных авторитетов сейчас. Я не знаю, как складывалась судьба Берля, но если... По рассказам самого Копелева, в 30-е годы это был комсомольский вожак. Этот человек прожил искушение советской идеологии. Он был не просто, так сказать, разделял эту идеологию, он был ее... он был одним из ее, так сказать, героических защитников. Война что-то там изменила. У него был, так сказать, ему был внесен в душу гуманистический компонент ввиду знакомства с мировой, прежде всего, германской культурой. Он его сделал тем, кем он был там на фронте. Он его заставил говорить о том, что зверства на территории Германии, чинимые победоносной Красной Армией, это зверство. Но это для этого он должен был прожить почти половину своей жизни. Я думаю, что сейчас, может быть, среди тех, тут помянули эти 85% одиозные, да, и больше, чем 85% людей, которые выражают лояльность не Путину, они выражают лояльность вот той жизни, какая у нас здесь. Гораздо важнее, чем 85%. 5% поддержки Путина, это 80% утверждающих, что они поддерживают присоединение Крыма. И только вот голос Ксении Собчак, кто она такая, отказываюсь судить, но знаю, что это единственное, так сказать, публично высказанное несогласие с этим, вот, но оставшееся нет, я говорю публично, которое прошло... Нет. Это то, что попало в большие СМИ. Вот я, публичность такая, публичность, которая на всю страну. Естественно, даже здесь, наверное, сидят люди, которые говорили это вслух. Но это дальше, так сказать, узкого круга не распространялось. А Мемориал выпускает заявление сразу же. Да, а куда оно попало? Куда оно попало? Кто его тиражировал? Понимаете, да, ну вот все-таки центральный... Да, сколько тираж? Да, ну вот, да. А сколько? Социологи миллионами, некоторые мыслят человеческими единицами. Я вас приветствую. Я пытаюсь здесь говорить и о том, и о другом. Вот можно мыслить человеческими единицами, тогда вот здесь эти единицы есть, их можно пересчитать. А есть еще те, вот, о которых тоже, по-моему, надо мыслить. И когда мы говорим о совести нации, то это мы говорим о совести нации. И вот вопрос в том, у этой нации есть совесть или нет. А если есть, то кто ее разбудит? Вот сейчас пока действительно таких имен мы не знаем. Могут ли это сделать институции? Ну, мемориал, про мемориал я... это святые люди, чего говорить. И это святое дело. Но я должен сказать одну очень важную вещь. Общество, к которому можно обращаться, оно реагирует так. Репрессии, ну, знаем, были. Миллионы погибших, мы знаем, да. Невинные жертвы Сталина, да, знаем. Сталин злодей, знаем. Сталин великий, да, великий. Вот.
И тут можно биться головой об эту стену. Сказать еще раз, сказать, сколько было замучено, это когда читают у камня эти имена, в общем, это читают сами себе, к сожалению. Рядом люди ездят в машинах и не обращают внимания. Общество не испытывает в качестве травмы память о большом терроре. Травма совсем другая. Развал Советского Союза, да, вот это травма. А там это не травма. То есть от того, что думают вот сидящие здесь, до того, что думает вот эта вот почти 100-миллионная масса, довольно большая дистанция. Так и должно быть. Но эту дистанцию кто-то должен пробивать, кто-то должен через нее проходить. Вот эти люди, наверное, должны называться моральные авторитеты. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, я все-таки... у нас осталось не так много времени, уже мы много разговариваем, но все-таки я бы хотел... Все-таки напоследок, чтобы мы обсудили этот вопрос, потому что, мне кажется, это вопрос более широкого характера. И я видел, что вы, когда я говорил про это, вы как бы кивали, соглашались, видели это тоже. Вот это повсеместное возвращение этики, да, не сугубо российское, а в мировом масштабе. Как сказать, аранжированное очень по-разному от транспарентности в интернете и всяких WikiLeaks до разных скандалов, связанных, повторяю, с сексуальной моралью, с гендером и так далее. Откуда как бы растут ноги у этого явления? Я постараюсь очень коротко. Ну, это связано с общим же экзистенциальным кризисом после конца противостояния двух идеологических систем в начале 90-х. Собственно говоря, все ощутили, вот парадоксальным образом, все ощутили отсутствие какой-то опоры. Все потеряли опору. И выяснилось, что она нужна новая. Ну, часть людей, так сказать, обратилась к тому, что лежит под рукой, то есть к расе, к национальности. Ну и понятно, что это гораздо проще. Ну, какая-то часть людей обратилась к тому, что называется универсальные ценности, а этика, что может быть универсальнее. Вот, собственно говоря, это общее стремление, это, конечно же, попытка найти новую опору, найти, ощутить прочность, к чему апеллировать, хотя бы на уровне абстракции, да. Пожалуй, вот так. Просто замечу, что ты противоречишь сам себе, потому что когда ты говорил, почему там это работало, а здесь не работает, ты говорил, что нет универсалей. А сейчас ты сказал, что как раз есть тоска по этим универсалям, да? И вроде как они уже даже и присутствуют, во всяком случае, ищутся. Ну, эти универсалии просто всеми ищутся по-разному. Вот. Может быть, это не страшно? Вы хотели что-то сказать, Ирина, да? Хотела сказать только, что, конечно, эти этические поиски – это всегда, это еще одна вещь, когда люди разочаровываются в конкретной политической деятельности, когда они не видят возможности влияния, и тут я скажу власть в самом широком смысле, вот Юля, не имея в виду только Путина, его можно назвать и прямым образом, но разного рода власть, да, в разных местах, когда даже в благополучной Германии, когда есть ощущение, что вот, так сказать, какие-то все-таки политические движения не имеют такой, какой-то вот ясной, такой очевидной цели, как, уж если мы говорим об этих людях там наверху, как это было в 60-е годы, как будет в следующем году, когда мы будем вспоминать круглую дату 68-го года. Вот, и это, но я хочу сказать... Все-таки, простите мне мою такую, какой-то такой, может быть, глупый такой, не знаю, идеализм или что-то. Мы много раз, ну, все-таки я уже такую довольно длинную жизнь прожила, и когда казалось в эти 70-е годы, это же моя юность вся прошла в этом ощущении, что все, вот мы задохнемся тут. Задохнемся, не будет ничего, что всем плевать. Конечно, все ругают. И я тут, конечно, я согласна. И сейчас Алексей там по поводу, так сказать, все были недовольны, все ворчали, и это в обществе назревало, и жизнь становилась все хуже. Но при этом казалось, что это совершенный монолит. Что вот так мы тут и будем гнить, и что это будет кто?
кто себе представлял, что это схлопнется буквально в 2 года. А Гавел, есть с ним интервью за месяц до того, как толпа собралась перед его... И у нас уже шла перестройка. Как толпа собралась перед его балконом, ведь это же пришло стихийно, и стала кричать «Гавел, Гавел!», а он говорил, что «Нет, никогда, это еще 20 лет пройдет, мы не доживем, значит, не до этих, до этих перемен, невыносимая легкость бытия, мы тут, тут и сдохнем в этой, так сказать, в этой Чехии, в которой вот все, все, все подмели, и цинизм, и приспособленчество, и компромиссы паршивые, и вот так мы в этом будем жить». И вдруг каким-то чудом что-то происходит, какая-то закваска, вдруг эти дрожжи поднимаются, а иначе вообще-то, ребята, ну что нам только тогда остается, на что нам вообще надеяться тогда? Спасибо. Да, вот сейчас, наверное, выходить? Нет? Ага, да, Янс. На твой вопрос, откуда вдруг вот эта этика и эта морали, я думаю, что ответ имеет, я сделаю это сейчас очень коротко, 4 латинские буквы. Называется это, ну, можно и российский, и кириллский брат, но аббревиатура это вот английская, TINA, there is no alternative. Нет никакой альтернативы. Это были слова, которые сделала известна Маргарет Тэтчер, да, вот, объясняя свою политику, что нет альтернативы. А после, и в этом смысле, конечно, это такая вот, кто сказал, что это все сложнее, вот Борис Хлебников, который ушел уже. После конца Советского Союза, и об этом тоже вот известную, знаменитую книгу писали, выглядело, как будто тут нет альтернативы. Сейчас вот конец истории. Да? И на самом деле те, которые, как бы сказать, чувствовали себя победителями этой, вот этой истории, они отчасти, это вот на самом деле критика к Западу, критика и ко мне, отчасти себе действительно и так вели, что нет альтернативы. Мы победили, и сейчас вот это идет вот этим шагом дальше, этим либеральным, и потом неолиберальным, и еще сверхлиберальным. И это люди, конечно, чувствуют. И вот то, что вот на самом деле не бывает такое, как конец истории, и не бывает такое, что нет альтернативы, всегда альтернативы. И всегда эти альтернативы должны иметь и какую-то вот, как бы сказать, организованную, какую-то вот институциональную, если ты хочешь, воплощение для того, чтобы вообще дальше спорить о правильном пути. Если вот этого нет, это вот проблема. И эта проблема и на самом деле в данный момент сегодняшнего современного российского общества. И мы видим это в США, мы видим это в Западной Европе, может быть, в немножко менее острой форме. Ну, вот в чем проблема. Ну, я думаю, нам пора уже заканчивать. По-моему, было очень интересно. Большое спасибо вам. Спасибо.